Объятия, кричалки на разных языках и совместные фото на память. В одном ритме с чемпионатом мира по футболу. Сотни тысяч фанатов приехали на большой спортивный праздник. На прилегающих улицах все гости Мундиаля уже вперемешку. Города-организаторы стали сплошной фан-зоной. Каждый день сенсационные матчи, колоссальные разрывы и выход в плей-офф самых неожиданных сборных. 22 июня состоялся матч-сенсация. Хорватия ликует, Аргентина в трауре. В Нижнем Новгороде состоялся один из самых ярких поединков первенства, который держал напряжение до последнего. Хорваты разгромили аргентинцев 3-0. Латиноамериканцам не помог даже их звездный нападающий Лионель Месси, на которого после матча было больно смотреть. Мы решили выйти на улицу города и узнать, что же об этом думают фанаты большого футбола. I'm Argentina fan. I was disappointed, but you know, I'm so happy for Croatia. You know, they're a very good team. I'm Brazilian, and Brazilians and Argentinians don't like each other too much. So I think that Argentina losing was like the best thing that could ever happen. Каждый, с кем заговоришь в этой многонациональной толпе, не забывает о неожиданном выходе сборной России в плей-офф. Отличный прогресс. Английская пресса, австралийская пресса пишет, что это очень подозрительно, и не съели ли русский допинг. Но вообще, конечно, очень сильно недооценили, похоже, россиян, и они удачно выстрелили. It's really amazing and surprising for us. They played a really good game. So I think they can reach semifinal. Напомним, что впереди еще месяц прекрасного, неповторимого и незабываемого футбола. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.